Приветствую, дорогие зрители. Ну вот, наконец-то посылочка пришла. Заказываю часики силикона Женева красного цвета. Посылка шла, получается, ровно месяц. И что самое интересное, если вы пройдете с посылочки, посмотрите, где я именно заказал. Я заказывал за 105 рублей. На сегодняшний день цена упала почти на 3 рубля. Это связано с тем, что, как говорится, доллар падает, ну и, соответственно, стоимость и на товары с Алиэкспресс тоже падают. Ну, также очень большой там выбор цветов, если вы посмотрите на эту страничку, если вы пройдете по ссылочке, да, там, значит, рейтинг продавца очень большой, опыт больше 2 лет работы, и также очень большое количество заказов именно на эти часики. Сейчас я посмотрю, почти 4084 заказов. Ну давайте теперь. А, еще бесплатная доставка по Российской Федерации. Пока бесплатно. Ну давайте, значит, посмотрим. С вами откроем посылочку. И посмотрим. Телечасики пришли такого ли цвета или не такого цвета. Ходят ли они вообще или не ходят вообще. Вот смотрите, еще продавец упаковал в более надежную такую упаковочную, специальную, из типа губкового материала, ну вот, чтобы часики дошли в целости и сохранности до нас. Ну вот, примерно, значит, вот так выглядят часики. Цвет именно тот. Это меня очень радует. Ну вот, такой цвет короткий, а вот почему-то с отверстиями очень интересно получается. Это надо, наверное, просто будет вставлять, и, наверное, отверстие будет пробиваться. Да, совершенно верно. Ну ладно, это уже радует. Но чтобы много отверстий не делать. На ручку я, значит, заказывать цена, сама здесь разберется, какой размер, как что, чего. Так, что теперь еще касается. Работают они или нет? Обратите внимание, такая блокировочка стоит, специальная, чтобы батарейка у нас не садилась. Ну вот, давайте попробуем каким-то образом ее снять и посмотреть, ходят ли часики. Оп! Обратите внимание, секундная стрелка. А вот здесь что-то очень интересное. С первого раза почему-то секундная стрелка не пошла, а потом пошла. Видать, наверное, плотную головку она ранее закрыла, а сейчас вроде бы все в порядке. Так что вот так вот, дорогие мои зрители. Всего лишь за 100 с копейки вот такие можно купить часики. Силиконовые, очень мягкие. В общем, тут на любой размер руки подойдет. Даже если на самую последнюю дырочку закрывать, даже для детей подойдет. В принципе, так-то стильные. В принципе, доволен. Продавец молодец. Ставим ему 5 звезд. Я лично поставлю, оставлю хороший комментарий. Все-таки за месяц отправил часики, это хорошо. Все. Спасибо за внимание. Ставьте лайк, а еще лучше подписывайтесь на мой видеоканал. Много что еще интересного. Пока.